Всем огромнейший привет, с вами снова Ice и Lost Castle. И сейчас мы с вами вместе будем разбираться, куда нам сувать эти сувальщицы. В общем, куда нам это все сувать? Лекарь больше не будет продавать ядовитых зелий, согласен, поехали. Не получает у нас в последнее время на третьем уровне абсолютно ничего показать, то есть... Да, до третьего уровня, грубо говоря, мы доходим, но вот там показать что-то в этом третьем уровне вообще не получается. Конечно, ядовитый коготь я беру, потому что он дает мне плюс 10 урона. Так, ядовитые зелья ты больше не даешь. Значит, это зелье, наверное, заморозки какой-нибудь. Механика игры, понимаете? Вот все упирается в механику. И постоянно из-за этой механики я получаю лишний урон. И эта механика неплохая, это просто я идиот, не могу столько времени к ней привыкнуть. Сейчас мы немножко сосредоточимся, помолчим, а потом порвем этих гадов. Потратив все яблоки. Ну ладно, пока вначале можно немножко так на расслабончике более-менее действовать, но потом никак нельзя. Прикольный, кстати, у нас меч. Настоящий боевой меч убийцы орков, гоблинов. Сейчас мы лишим вас боевого духа, боевого барабанщика, и после этого посмотрим, как вы что скажете-то. Ты куда пошел, Вася? Готов. Сундук вроде был неплохой, а выпало с него вообще нифига. Одно яблоко-то немножко золотых монет. Как-то непонятно. Честно вам скажу. Я думаю, с ним выпадет, ну, куча всего. Как минимум. Да, с процессом таким, блин, типа потери жизни вообще везде. Мы, кажется, до второго уровня сегодня не дойдем. Что-то как-то что-то не то. Причем явно что-то не то, на мой взгляд. Панцирь нашли, ну это неплохо, как бы, но с таким уровнем игры, которым я сейчас, это абсолютно нас не спасет. Что за супер удар этого меча? Ну не супер удар, а при наборе энергии, чем он как бьет. Довольно-таки интересно бьет. Можно на этом проверить. Yeah.
Ну, прыгунчик, блин. Ну я же отпрыгнул от тебя, Вася, ёперный стыд. Как обидно, а. Бил его, бил аккуратно, потом бамс и все. Очень обидно. Тут уже босс. Еще и босс такой гадский. Отпрыгни отсюда. Прикольно, да, такой удар у него мощный, когда заряжается. Честно говоря, я думал, что уже все, мы нифига не пройдем, но нет, мы первый уровень хотя бы прошли, то все-таки стабильно первый уровень мы проходим, в каком состоянии не играли. Это хорошо. Клинок мясника, громадный нож. Дает немножко к броне каким-то образом, но... Как бы дает и дает. Пущай дает. Ну вот вторым уровнем будет совсем плохо в этом плане. Совсем сложно, мне кажется. Очень будет сложно. Этот лес чудовищ пройти. Башню с гоблинами-то мы прошли более-менее неплохо. Напрыгнуть на яд. Самому, блин. Надо быть просто мега тупым человеком, наверное. Просто мега тупым, как сейчас заюзать зелье просто. Так. Мисс кликом. Ну, мисс кликом, ладно, бывает. А вот то, что до этого было. А именно, напрыгивание на яд самому. Это, конечно, прикол. Тут еще прикол. Зло, что он нас не долбанул в конце в самом сейчас. Светок льда. Неплохо. Ёпрсоте. Еще эти, блин, поганые взрывотехники мелкие. Еще нужна какая-то еда, нам дают эту еду, но... О-о-о-о, доспехи черепа. Да, замедляют они нас, но нам сейчас, наверное... Нам сейчас, наверное, эти ХП, которые нам дают лишние за то, что мы будем... Ну, те ХП, что дают этот доспех, важнее того, что он замедляет. Хотя против этих гадов, конечно, лучше не замедляться. Что я делаю, а? Цензурных слов у меня на это вообще никаких не осталось. Мне хочется, не знаю, дать себе по голове. И не ладонью по лбу, а чем-нибудь, блин, потяжелее. Обидно очень.
Прыщи, конечно, будут довольно-таки быстрой атакой обладать, но мне все-таки, наверное, это не важно. Так как урон, по крайней мере, сейчас. Что было в сундуке хорошее, это тот цветок, который восстанавливает 100% жизни. Это очень нам может помочь. Так что пока поживем, товарищи. Я, конечно, поживем. Я не задел меньше меня, меня ничего не задело, это какое-то чудо. Мне очень понравилось, как я сыграл тут. Действительно сыграл хорошо. Ах ты, подлец. Метатель хрени. Спрятался в свой панцирь, блин, Вася. Агад. Трусливый сволочь. Все из-под тишка норовит выстрелить своей отравленной стрелой. Что это такое? Токсичная сфера, не знаю, что это, но что-то хорошее, наверное. О! Тихо, только не превратиться, чтобы меня потом отравой зафигарили, изи. Слабое зелье ХП, которое восстанавливает жизнь, отлично. Живем пока что. Еще к атаке вещи. Тихо, бананчик надо подобрать. Бананчиком оно надежнее. Разбить всякие там коконы. Непорядок всякий уничтожить. Ой-ой-ой. Отойди! Зачем? Поспешил. Поспешил, глупо потерянной жизни, абсолютно тупейшим образом. Очень обидно. Шел неплохо до этого, там где нельзя было терять жизни как раз. Старался идти аккуратно и... Ладно, что бывает. Что ж поделаешь-то? Все такое. Да, ладно, все хорошо. Сейчас сложный момент, я даже немножко молчу, больше, чем обычно, так скажем. Момент реально сложный и неприятный. Ай, ну геймплей, стик поганый, в общем. А я тут без всяких этих излишеств, реально стик поганый. Очень поганый в этом плане. Направление просто выбрал. Настик что-то пеняю, да. На зеркало пенять, когда рожа крила, конечно, каждый любит и может. Признать то, что ты нубас, это сложно.
Хотя, блин, такой момент. Опять начинается дизмораль из-за ерунды. Броня теней плюс 5, плюс 5, минус 11 брони. Да, пофиг. Урон и скорость я возьму. Урон и скорость я возьму. И я приму их. Так, ну... как бы динозавр не самое сложное, что могло быть. Согласитесь, динозавр не самое сложное, что могло быть. И хорошо, что я перед динозавром взял как раз и скорость. Ай! Там, казалось, есть места достаточно, чтобы пройти мимо, но... он хвостом бьет, скотина, и начинает тупить. Я начинал спешить опять. Слов нет. Как описать свою тупость? Не. Минус 10 бра... минус 10 к урону, это слишком много. Даже учитывая то, что это рейнджовое оружие будет. Что ж, а мы опять стабильно доковыляли до третьего уровня, но в этих пещерах, я думаю, мы вряд ли что-то сможем делать, к сожалению. Хотя... меня что, отравили, что ли? У меня так хп вышло. Я не видел, что меня кто-то отравливал. Пипец. Это вообще жесть какая-то. Приходится юзать эту штуку. Тупо, чтобы не сдохнуть, как бы. Я не могу на льду. Блин! Сдохни ты, козлина поганая. Сволочь. Фальшивая. Ай, досада-то какая. Сейчас нормально в третьем уровне начиналось по хп. По запасу хп, потому что было у меня еще плюс, что восстанавливает хп. Отойди в сторону, долбоящер! Какой же я долбоящер, реально. Зла нет на себя орать, я бы сейчас прибил бы. Броня хп, но минус передвижения нет. Спасибо. Пипец. Это просто жопа. Чего? Как бы нахрен гав-гав? Потратил все, что есть. Ну, опять я, если даже я и доковыляю как-то там, да? Что?
Да нет, я не договорил. Это уже очевидно. Вот, если я даже доковылял бы до третьего босса, убить я его не смогу все равно. Потому что я трачу на поганом големе, сука, пол хп своих. Такой идиотизм. Мне просто зла не хватает на себя. Реально. Просто это, ну, верх маразма какого-то, не знаю, какое ощущение. Я могу играть лучше, я это знаю, поэтому я и горю. Пукан бомбит, вернее. Очень сильно бомбит пукан. Сука, нужно было успеть кинуть свой поганый бумеранг за долю секунды того, как тебя ударил. Такая же херня. Раздыхать пора, акула, я тебе говорю. Так вот. Дайте мне кучу ножек. Понятно. Дадут, догонят и еще дадут. Я мог иметь спокойно кучу хп сейчас. Ну, не спокойно, но мог. Это все. Это все. Обидно. Очень обидно. В очередной раз одно и то же происходит. То есть наступаю на одни и те же грабли. Спасибо всем огромное, кто смотрел вот эти новые серии. С вами был Айс Мега Нубас. И всем пока-пока.